И в продолжении темы. В России проходят встречи мобилизованных с общественными и государственными деятелями страны, представителями сфер науки, культуры, образования. Их цель – поддержать защитников Отечества. 2 октября такое мероприятие прошло в сборном пункте в Твери, где размещены и проходят обучение граждане, призванные в вооруженные силы в рамках частичной мобилизации, объявленной президентом России. С мобилизованными пообщались представители общества «Знания». Среди участников встречи были и представительницы движения «Синий платочек». Синие платочки, как знак поддержки женщин, были переданы защитникам России. Творческие коллективы движения представили мобилизованным концертную программу. И здесь, конечно, наш долг быть, и здесь, и в госпиталях, и в военных частях, где бы мы ни были, мы всегда поддержим, потому что не только словом, но и делом, потому что и гуманитарная наша миссия, и концертная направлена на то, чтобы, конечно, всегда непростые времена, но сейчас особенно нужно быть рядом, нужно быть вместе. Как говорил Сергей Радонежский, любовью и единением спасемся.